Всем привет, с вами Полтем, ребят, в этом видео мы посмотрим на приложение «Психология». Оно весьма интересное, как только вы в него переходите, оно вас сразу же встречает мотивирующей фразой. Вот Роберт сказал просто отлично, прям в точку. Давайте нажмем на кнопку «Далее» и можем увидеть, что у приложения имеется два режима. Это психологические тесты и аудиорелакс. Для начала давайте посмотрим на режим аудиорелакс. Это различные звуки природы, которые позволят вам успокоиться от шума большого города, либо отдохнуть от какого-либо стресса. Все звучит очень круто, качественно, и эти звуки действительно помогают вам успокоить вашу нервную систему. Большой плюс разработчикам, что медиатека с этими звуками очень большая. Теперь давайте вернемся к режиму психологических тестов. Их здесь очень много, как заявляют разработчики, они разделены на два типа, это для него и для нее, то есть этим приложением может пользоваться как женщина, так и мужчина. И, соответственно, ребят, ну это действительно интересно, пройти тесты, познать себя и понять ваши возможности, потому что именно такие тесты и открывают те сокровенные моменты в ваших головах, о которых вы даже не знали. На мой взгляд, дизайн приложения выполнен очень понятно, показывается количество вопросов, сам вопрос и варианты ответа. Вам достаточно поставить только галочку на нужном вам ответе, нажать на кнопку «Продолжить». Таким образом, вы идете по самому тесту и в конце вам будет выдан результат. Можем увидеть, что я прошел тест, и он показывает, что я умеренный инвестор. И самое крутое, ребят, что не нужно отправлять никакие смс-ки, чтобы подтвердить результат. Результат вам дается бесплатно, как, впрочем, и на огромное количество тестов, которые есть в этом приложении. Тесты, которые вы пройдете, будут отображаться специальным знаком, чтобы вы их не проходили по два раза, однако это можно опять же сделать и пройти еще какой-то тест заново. Таким образом, ребят, приложение очень классно, оно вам поможет отдохнуть и познать себя. Еще огромный плюс, что программа бесплатная в App Store, и вы ее можете скачать по ссылке из описания. А на этом, ребят, все. Если вам понравилось видео, приложение было вам полезным, ставьте ваши пальцы вверх, делитесь этим видео с друзьями, не забывайте о яблочках, пока!